Сегодня модель Анастасия Костенко принимает поздравления. Молодой маме исполнилось 26 лет. Первым ее поздравил муж, 33-летний футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов. Он опубликовал трогательный семейный кадр и адресовал второй вице-мисс «Россия», 2014 важные для нее слова. «Девочка моя любимая. Жена. Подруга. Мама моих дочек. С днем рождения тебя. Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной. Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я. Люблю», — заверил Тарасов. Анастасия выложила три снимка с мужем и дочерьми. Все члены семьи были в белой одежде. Модель держала на руках Еву, которая родилась 5 февраля. А Милана, которая 1 год и 8 месяцев, села на руки отца. «Я так счастлива. Я так сильно люблю тебя, моя семья», — написала Костенко. Поклонников звездной семьи умилила эта фотосессия. «Евочка и правда на вас похожа, дочь сладкая такая. Красавица, какие классные. Малышкину копии папы. Красивая семья малышки, принцессы», — отметили фолловеры. Первая жена Дмитрия, Оксана Пономаренко, в 2009 году родила дочь Ангелину. В браке с Ольгой Бузовой у футболиста не было детей. Тарасов зарегистрировал семейный союз с Костенко в январе 2018 года. 11 дней назад день рождения отпраздновал Дмитрий. Жена публично призналась ему в любви. «До тебя я будто не жила», — заявила Анастасия. До введения карантина в Москве молодые родители успели покрестить Еву.